Я вас приветствую, меня зовут Данил, и я продолжаю тему, как накачаться гирями. И сегодня я вам покажу несколько упражнений тренировки бицепсов с помощью гири. Данный вариант тренировок, как правило, подойдет для людей, у которых дома отсутствуют гантели или штанга, или просто для людей, которые хотят разнообразить свою тренировку. Итак, первое упражнение я вам предлагаю, это обычный подъемы на бицепс только с помощью гири. Поехали. Второй вариант тренировки бицепса я предлагаю делать попеременные подъемы на бицепс с небольшим наклоном, чтобы усилить нагрузку на бицепс. Поехали! Третий вариант тренировки бицепса я предлагаю выполнить в изолированном стиле, уперевшись локтем в стену, либо в скамью от шведской стенки. Поехали! Упражнение номер 4. Стоя с небольшим наклоном вперед, схватившись за гирю вот таким вот хватом в стиле молот, делать подъемы до отказа. Итак, вот такой вариант для бицепсов я вам сегодня предложил. Я не настаиваю на правильности этих упражнений. Это лишь мое мнение. Я считаю это неплохим вариантом для людей, у которых дома ничего нет, кроме гирь. И я вас благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Пока!